Продовольственные бренды Азербайджана, в особенности винные бренды, крадут и используют производители разных стран. Об этом заявил председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов. По его словам, самую большую угрозу в вопросе кражи азербайджанских брендов представляют провокации Армении. Глава комитета напомнил о недавней проблеме с вином Агдам. Под этим брендом Армения производит и реализует целый ряд товаров. Для предотвращения кражи азербайджанских брендов принимаются определенные меры. Пока нет международного механизма. Центр патентов и товарных знаков стремится решать эти вопросы в пределах своих полномочий. Мы контактируем с соответствующими структурами в этих странах и добиваемся решения некоторых проблем.